Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И по традиции, как заведено в видеоблогеров, прошу вас подписаться на мой канал, который вы смотрите сейчас. Подписаться вот на этот канал Space Mix, который тоже мой, и я хочу его продвигать. Если вам не трудно, пожалуйста, подпишитесь. Итак, мы переходим к основному, скажем так, занятию. Что мы будем делать? Хочу, во-первых, сказать, что все те ресурсы, все те ссылки, о которых, все те сайты, о которых будут упоминаться в этом ролике, они все расположены вот на этом вот блоге под вкладкой «Или ресурсы, или свой сайт». Здесь вы все найдете. Скорее всего, это будет под вкладкой «Свой сайт», чтобы вы смотрели, как это делается, а под вкладкой «Ресурсы» все те новые сайты, о которых я буду рассказывать. Вот здесь и под вкладочкой «Свой сайт» вы найдете, в принципе, всю информацию. Так что под роликом и в первом комментарии будет только одна ссылка. Ссылка на этот блог. Значит, мы продолжаем приводить в божеский вид вот этот вот сайт, который мы вчера начали делать. Вчера это, вот для меня это вчера. Смотрите, в своих роликах я всегда показываю пока что вот этот сайт CPA Grip, где можно брать разные офферы. Офферы здесь, видите, они мелкие, на них много не заработаешь. Хотя, еще раз повторяю, и тут есть люди, которые зарабатывают и десятки тысяч, и даже сотни тысяч. Вот зарегистрируйтесь, зайдете вот в дэшборд и увидите вот здесь вот, вот в этом месте людей, которые зарабатывают приличные деньги, вот 8 тысяч. Вот это все время меняется. Но проследить можно. Несколько дней, как будете заходить, вот, пожалуйста, 30 тысяч. Ну, естественно, наша цель, зарабатывать жирные деньги. В аффилиат-маркетинге есть большие деньги, которые не ровня вот этим вот заработкам. Один из этих сайтов всем знакомый – Кликбанк. А если и не всем, то большинству. Выглядит он вот так. Но пока что я ничего про этот сайт не снимаю, не показываю и не делаю, потому что здесь очень строгие правила. Сайт работает с 92 года. 92 года, выплачивает, все нормально. Но если вы здесь сделаете что-то не так, то вас забанят, так сказать, на всю жизнь. Поэтому пока что офферы с этого сайта брать не будем. И показывать я вам тоже не буду, как здесь работается, как здесь что делается, потому что, ну, не хочу, чтобы вас забанили, тем более из-за меня. Смотрите, вот здесь офферы, и то, опять же, это не самые жирные, то, что есть здесь. Это я выбрал одну категорию из всех. Давайте сейчас покажу, как это делается. Ну, хотя и не надо. Выбрал одну из множества категорий на этом сайте, которая платит вот за одно действие, если у вас пройдет, $17, $18, $21. Есть очень жирные предложения, вот, например, $33. Это, в принципе, то же самое. Но смотрите, в чем разница. Разница в том, одно из таких
моментов, один из моментов. Вот смотрите, видите, тут замочек. То есть для того, чтобы продвигать вот этот продукт, надо получить одобрение. Надо получить одобрение. Вот если вы захотите вот промот, да, продвигать этот товар, вам выскочит вот такая вот плашка, как, и вам надо будет перейти вот сюда, по этой ссылке, связаться с хозяином вот этого оффера и получить от него одобрение. То есть есть такие вещи, что надо еще заслужить, чтобы на них зарабатывать. Такие предложения. Так что это только, еще раз повторяю, только одно из таких вот нюансов. Один из таких нюансов. Поэтому дальше не буду показывать, что тут и как. Здесь нам надо взять свою реферальную ссылочку. Я ее взял, и это тоже не буду показывать, как ее берут. И составить себе текстовый документ. Я взял вот это вот предложение, вот оно. И из него, ну, можно просто перевести правым кликом, перевести на русский и почитать. Вот смотрите, новый майский, новый оффер 22 года. Интерактивная воронка, это написано для нас. Интерактивная воронка, это для нас. А тут для чтения, тара, любви и так далее. Ну, Google, конечно, переводит по-своему. Не откладывайте продвижение. Видите, это как бы обращено к нам. Что можно сделать? Из всего этого можно вот только там по смыслу вот это. Новое интерактивное чтение по картам, гадание по картам Тару. Вот это funnel означает воронка. Это слово не берем. Взяли, скопировали и вот здесь себе вот этот призыв сделали. Тут ниже моя партнерская ссылка. В нашем случае, когда мы делаем через лендинг, а не напрямую, сокращать ссылку не обязательно, но я всегда люблю коротенькие ссылки, они в любом месте смотрятся красивее. Я ее сократил. Вот моя реферальная ссылка и сокращенная. Дальше. Дальше погнали на наш сайт. Теперь смотрите. Гадание по картам Таро. Как определить, вот, допустим, это продвигаемый товар или нет? Есть такой инструмент, о котором, опять же, в моих роликах рассказывался. Google Trend называется. Забиваете в Google Trend слово «Таро» и видите, что поиск по этому слову довольно-таки ровный. То есть, может, он будет и невысокий по сравнению с другими ключевиками, но он одинаковый, то есть ниша такая, что не скачкообразная. Вот для меня и вообще лучше, чтобы была вот такая ровная линия. Значит, продукт пользуется долгосрочным спросом, и его можно продвигать все время. Значит, следующее. Чтобы вот нам сделать вот здесь вот соответствующий, допустим, вот это будет наш продукт, который мы продвигаем. Вот этот продукт, нам, естественно, надо все это, там, заголовок, фотки, текст, нету билиберду. Все это сделать соответствующее нашему запросу, запросу карты Таро. Где брать тексты? В поисковике набирайте Free PLR article. Вот такое слово. Словосочетание. Можете просто запомнить Free PLR. И вот смотрите. Про здоровье, про потерю веса, про киллера. То есть это будут статьи. Статьи, настоящие, живые статьи, по которым можно по теме найти, по своей теме.
И вот здесь целое море вот таких вот сайтов, где можно без нарушения всяких авторских прав взять текст и перепечатать у себя на блоге. То есть вот сюда. Вот сюда перепечатать этот текст. Вот один из этих сайтов, вот он, выглядит так. Вот, пожалуйста. Здесь вы можете ввести поисковый запрос карты Таро. И вот по поисковому запросу Тарот вот столько статей. Бери любую из них, и это уже готовая статья. Ничего не надо ни выдумывать, ни придумывать. Здесь написано количество слов. Просто берете и у себя перепечатываете. Я взял, например, для данного урока вот с самого первого, да, вот то, что попалось. И на этом сайте нашел, вот этот сайт, нашел соответствующую, по соответствующему запросу статьи. И здесь уже, смотрите, ну здесь одна звездочка, значит, статья не очень хорошая. Да, вот здесь 5 звезд, значит, хорошая. Вот 5 звезд, хорошая. Берете, открываете эту статью, вот она. И это наша, так сказать, шпаргалочка. Шпаргалка у нас тоже есть. Для того, чтобы поменять, найти соответствующие картинки, мы здесь, где их можно найти на таком сайте, как Pixels. Вбиваете в Pixels, вот уже здесь набрано Tarot. Опять же, бесплатные фотографии, бесплатные картинки, которые можно использовать где хочешь. И скачиваете 2-3, не надо много, 2-3 понравившиеся вам фотографии. Скачали, все это сохранили у себя на компьютере фотки. Эти шпаргалочки можно не скачивать. Просто пусть они у вас будут открытыми. И если посмотрите на мою вот шпаргалку, вот этот текстовый документ, здесь такое вот выражение. То есть вы хотите призвать своего клиента к действию. У многих совсем плохо с английским. Вот почему мы все это делаем, копипест. У некоторых чуть хорошо, но не очень. Честно сказать, у меня тоже не блестяще. Поэтому я пользуюсь всякими переводчиками. Слава богу, в интернете их полно. Вот один переводчик, Дипл называется. Он довольно-таки точно переводит. И вот здесь прям русскими буквами, по-русски, пишите. Если вы желаете бесплатное гадание на картах Таро, кликните здесь. Вот вам перевело все четко на английский, американский, или на американский английский. Скопировали. И вот ваш призыв. Вот это все, что вам надо. То есть вот это вся подготовительная работа. И теперь на этом вот эту часть ролика заканчиваем, чтобы сам ролик не получился очень длинным.